На совещании отметили, готовиться к лету город начал еще в феврале. Первым прошел инструктаж руководящий состав. Для главкоммунальных и госслужб устраивались учебно-методические сборы. Прежде всего, начальству рассказывали об измененной законодательной базе, в частности, о новой терминологии. Отныне все места массового отдыха людей в прибрежной зоне называются пляжами. Так решил горсовет. Все, что предназначено для купания и, как говорится, водной акватории, граничит с береговой чертой, называется пляжем. Поэтому мы сегодня уже не будем делить городские, коммунальные пляжи, там зоны отдыха, такого понятия нету. По словам Мирослава Сагайдака, длина морского побережья Севастопольского региона 173 километра, но далеко не все оно безопасно для купания. Не бояться за жизнь можно только в 65 местах. Хотя у каждого метра заветной площади есть хозяин, подчеркнули на совещании. В целях оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию за всю зону массового отдыха отвечают две структуры. КП благоустройства отдали северную сторону, землю от мыса Фиолент и до мыса Сарыч – аварийно-спасательному отряду. По словам руководителя спецслужбы, летом на пляжах будут работать 120 водолазов на 9 спасательных станциях. Организована подготовка пловцов-спасателей для спасательных постов мест массового отдыха на воде. Заключаются договора на постоянные и обязательные аварийно-спасательные обслуживания пляжей, закрепленных за службой. Проводится водолазное обследование акватории пляжей, выдаются паспорта пляжей, облюбовываются границы зон купания. Предупрежден, значит вооружен, говорит глава Нахимовского РГА. Для предотвращения чрезвычайной ситуации на пляжах район прежде всего среди населения ведет просветительскую работу. В каких именно местах находиться крайне небезопасно. Поручение председателя городской администрации заканчивается изготовление 4 больших бигбордов. Ну, размера, я скажу, 2-3 метра. То есть не те таблички, которые стоят там где-то, их не видно. Человек, прочитав это и увидев уже воочию фотографии о том, что может произойти, то есть они уже подумали о том, находиться ли им под опасными участками. Районам еще одно задание – соорудить на всех без исключения пляжах наблюдательные вышки. Прошлогоднее требование так и не было выполнено в полном объеме, сетует Мирослав Сагайдак. Находите собственные силы, заказывайте, но эта вышка должна быть многоразового использования не на один сезон. Она должна быть смонтирована перед началом и демонтирована после завершения купального сезона. Второй вопрос повестки дня – санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе. Главный санврач отметил, в стране уже зарегистрировано 32 вспышки кишечных инфекций. Пострадало более 600 человек. В Севастополе же пока все спокойно. Специалистами местной службы осуществляется ежедневный мониторинг инфекционной заболеваемости. За нынешний период случаев холеры и вредоносительства, выделения холерных бабелионов из внешней среды в городе Севастополе не были зарегистрированы. К купальному сезону санэпидемстанция определилась точками постоянного забора морской воды. Всего в городе их 32. Отклонений по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, по словам Романа Проскурнина, пока нет. Страдает качество питьевой воды в коммунальных водопроводах. В частности, претензии к живительной влаге, которая подается в село Флотское. Населенный пункт насчитывает 200 домов. Ольга Демичук, Екатерина Долгополова, программа «Наше время».